И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Блин, ты посмотри, один пролетает, другой улетает. Мне надо выпустить этот газ. Он уже вот-вот накопится. Куда ты летишь? Давай, давай, быстрее. Отходи. Сейчас будем газ отпускать. Газуй! Блин, мелкий летит. Мелкий можно пожертвовать. Ну вы серьезно? Может быть, когда он сядет, вот сейчас он сядет, и я выпущу газ. Он когда внутри будет, ему ничего не угрожает. Давай, 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 давай. Давай, садись. Сейчас второй будет. Ну ты серьезно, блин? Да ты... А что-то больше, чем двое здесь? Линяйте, давайте. Я сейчас буду... Ничего не знаю, выпускаю газ. Выпускаю Кракена. Нет, все-таки они... Ну что, новый сделают. Ты отремонтировался, нифига. Давай, иди ремонтся. Таи... А, вот что это было. Вот что это было. Почему он поврежден? Сделай еще один. А лучше два взамен, а лучше три или четыре даже. Бабки есть. Что с лабораторией у нас? Вот, давай. Research completed. Блин, не кидает меня. Короче, я так понял, пока не исследуешь всю первую ветку технологий, вот пока полностью все не исследуется, ни хрена нельзя переходить на тир 2. Вот остался только здесь, на солдатиков. Тебе сколько надо? 4, а здесь 5. 9 надо единичек. Ремонтируется отлично. Так, система... Сбор надо делать подальше. Rally point set. Точку сбора делать подальше. Чё, 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 где, где? Кто-то появился. Выпускай дроны. Где там дроны? Вот. Максимум дронов, наверное, уже. Да, больше не выпускает. А где не все? А, вон они. Сейчас они разберутся. Да, мне один. Или уже все? Нет, не все. Ладно, не успел, далеко. Так, вы отремонтились, да? Вот, отлично, валите отсюда. Не стойте там. Здесь опасно находиться. Чем дальше будете, это тем лучше. Тем лучше для вас. Разворачивайтесь. А, вот еще один. Давай, ты тоже тут. Я тебя сюда направил. Так, что у нас тут? Энергия есть? По нулям, да? Плохо по нулям. А почему опять по нулям? Что не так? Я же тебя отключил, отключил. Опять они все рассосались. Так, во, корабль идет. Я пока не буду. А вот вы. Сюда. Research completed. Research completed. Так, 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 так. Во, так два открылся. Отлично. Сразу крупный корабль. Ничего не знаю. Да. Research completed. Это я не знаю, что такое. Но мы их будем сразу делать. Давай, 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 отключайся.
Вот он, да? Вот он. Ну, покажи его. Да, 12 тысяч. 6 штук, думаю, пока хватит. Штампуй. Ты опять не сюда переключился? Ладно, они могут и сюда прилететь. О, да-да-да. Атакуйте. Это она, что ли? Твою мать. Да, это был наш. Внезапно. Он еще есть. А сколько у нас энергии? Мы целые почти. Давай, 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 давай. Они сваливают? Или это наш тоже? Это тоже наши. Выходи. На ремонт. Все, кто поврежден, на ремонт быстренько. Еще кто-то где-то. Есть вопрос, где? Покажешь? А, там, дома. Ух. Так, надо большие корабли туда гнать. Да быстрее отводим. Он уже атакует нас. Значит, все, разговоры закончились. Так, выпускай. Там уже много перебили. Или нет? Странно, не выпускаю. Значит, нет. Так, что я хотел сделать? А, апгрейд надо было сделать. А тут нечего апгрейдивать пока. Так, все вроде апгрейжено. Так, во-во-во. Еще крупнее корабль берем. Research completed. Ну. Да что ж такое? Я не могу зайти сюда. Это же наша система. Ну да, в чем проблема? Ну, запустите меня, я не понял, что такое. И что там уничтожили уже все? Ну вот же командный центр, что за хрень? Не знаю, что это было, но либо я не там нажимал, либо что-то не понял. Я не понял, я заказал корабли. Где они? Они не делаются. Почему? Потому что здесь 50% на факторе, по-моему, выключено. 75. Ой-ой-ой-ой-ой. Ремонтируйте. Запускай. Еще запускай. Да куда вы, блядь, летите? Вот же цель. Куда вы летите все, блядь? Вот, развернись и стреляй. Что-то расхреначили тут.
Или это корабль был? Тут что-то было, я уже забыл, что. Давайте, ремонтируйтесь. Так, у нас энергия... Почему энергия не появилась? Так, это ну что за херня я построил там? Уничтожь ее к чертовой матери. Ближе подлети, пожалуйста. Так, мы эти вроде бы ремонтировали. Здесь тоже на всякий случай ремонт поставим. Что с энергией, я не понимаю. Какого хрена? Где она? Но. Да, а, ну это то, что я взорвал. Это нормально. А, я это отключил? Да, вообще-то отключено оно. Давай, пускай клоны делает. У нас энергии, может быть, хватит ему. Почему ты не делаешь корабль? Я не понимаю, что... А, титана не хватает? Точно. Точно. Нам титан нужен, завод. Бляха. Вот. Металл в титан, который переделывает. Да-да-да, и пошли на ту домой. Там то же самое надо построить базу. Такую же самую. Что тут за звук был? Как будто взрыв, не? Показалось. Не то. Где это там? Вот он, да? Материал в титан, да, точно. Так хреново, давайте в эту сторону. Металла много, он будет все, он переводит будет в титан. А это что? Это God Factory, у нас вообще его нету. Low power. Switching to emergency lighting. Где? Блин, там. Там энергия кончилась. -8. Segment self-destruct has been armed and will explode in 1 minute. Have a lovely day. Ой, зачем ты включил? Блин, тут что-то я ни черта, ничего не доступно вообще. Я случайно отключил, извиняюсь. Так, вас хоть отремонтировали, это отлично. Сейчас будет металл производиться, и мы можем уже строить эти большие корабли, я так понимаю. Сколько тебе металла надо? 10 металла, у нас только 9. Может, он еще успеет десятку сделать? А я уже отменить не могу, 15 секунд. Не, не успеет, еще одну единицу. Или успеешь? Давай еще одну единичку. Давай. О, отлично, ты иди в баню. Бумс. Вот, крупный корабль. Давай. Пошли домой. Здесь тоже надо такие построить. А, ну, это тоже делает. Дальше что там улучшение? Быстро. Никаких улучшений у нас нет. Вот, броня. Ракеты. Это после этого только. Так, броню давай. Research completed. Отлично. Сейчас надо всех перевести на новую броню. А, нет, оно автоматически, что ли? Короче, делаю так. Пускай все автоматом увеличится.
Так, а мы вернемся тогда в ту систему. Сколько? 8 металла. Подожди, пока надо здесь еще крупный бы корабль построить. Да, не мешало бы, чтобы 2 их было, но это там посту я не могу это делать. Так, у меня что-то вот эта штука. Командован пост Core. А, всего только 2 штуки было. Это здесь? Ага. О, ребятки, 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 ребятки. Не, не все. Не, все. Давайте сюда, быстро. На ремонт. Там-то мы вас ремонтить не можем. Defense security systems update complete. Шевелимся, шевелимся. Разворачиваемся и полный газ. Ну тут вообще уже дымится. Так, все, да, 10, о, уже 14 даже, да, провтыкал. Давай, здесь крупный корабль, что не хватает? Деньги есть. Энергия пока в плюс идет. А что тебе не это? $40 000. У нас как бы больше. Ну давай вот этот сделаем тогда. Он тоже неплох. Ну этого будет сколько? $40 000. Вообще будет. А почему же нельзя делать? Я не понимаю. Почему не пишет? Странно. Подожди. А ты там построил? О, появился кто-то там. Ну то фигня. Выпускай. Клоны. Дроны, то есть. Они быстро летают, может, догонят его. Вряд ли. Слишком он далеко уже. Давай еще. Еще есть? Есть там 2 штуки. В общем, они... Нет, нет, я не туда посмотрел. По-моему, здесь они не могут его делать, наверное. Что-то я не въезжаю. Здесь нет, а там можешь? А там можешь. Давай, делай там. По-моему, он там не делается почему-то. А не, штампует, штампует, все нормально. Просто это длительный процесс. Опять, говоришь, мало энергии. Терпите. А, терпите, он, наверное, не строится нифига. А нет, строится. А почему опять мало энергии, объясните мне. Я же ничего нового здесь не строил. Да что ты там мне постоянно какую-то херню тулишь, иди в баню. Почему у нас стало все больше? Так, что мне надо отключить? Ну, вот это отключу. О, есть энергия. Ух, ни хрена, какой здоровый. Да, это под тобой. Похожу по тебе. Ого. Это уже серьезный кораблик. Ангарчик типа какой-то. Ну тут нас, скорее всего, дальше уже не пустят. Ну да, ты захотел прям. Беги. Поуправляем сейчас им немножко. Огонь! Не стреляет. А чё ж ты туда не стрелял?
Наверное, долго энергию купит. Так, кстати, кто-то появился, корабли. Огонь! С дальнего расстояния пульнем. Ну! Или это не враги? На карте ничего нет. Но это не враги. Вроде бы. Где они там? Не, ну они... К нам не это вот. И мы к ним не будем. А, ну спутник это, ладно. Алло, вы что спите там? Охрененно, охрененно, блин. Ну куда ты толкаешь корабль внутри? Хорошо, что он сквозь текстуры прошел, а не расхерачил завод. Иди сюда. Так, ну энергия есть, все отлично. Лаборатория работает, работает, все хорошо. Клонов я отключил, вернее, этих. Серьезно, можно их отключенными выпускать? Ну, нормально. Давайте еще починим, вроде бы там поврежденный, мне кажется. Блин, а ты куда летишь? Там уже нет никак. А вот и есть. Оно сейчас быстро на... А, он вообще как семечки еще будет щелкать. Мы на земле, получается, не можем такие большие строить. Мне надо хотя бы один мой сектор кинуть, потому что там у меня защиты нету. Давай ты. И ты тоже давай туда же. Так, понял. Надо опять газ выпускать. Но для этого надо вас убрать. Ну туда идите. Посредине станьте. Газу! Здесь, короче, он не может такие корабли делать большие, крупные. Тут даже он нарисовано, что банан тебе на воротник. Ну давай вот эти хотя бы сделаем. 6 штук. Блин, это мелочь. Мне надо газ выпустить. Пожертвуем ими. Ну, пускай разгрузится. Так, ладно, пускай он, пока он там разгружается. Я сейчас посмотрю, что можно еще качнуть. Damage. Research completed. Research completed. Пофиг, все, короче, открывай. Research completed. И вот это тоже. Не знаю, что это, но пускай будет. Research completed. Не знаю, что это такое, но пускай будет. Так, смотрим. Во. Больше, больше урона. Все, разгрузился, я выпускаю. До свидания. Кто-нибудь спрятался, не виноват. Ты большой, тебе ничего не сделается. Там чуть-чуть покосы, тебе не страшно. Ну, тут да. Немножко минусанулся, но уже новый строится. Они беспилотные, так что их не страшно. Их не жалко. Все, 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 сейчас тебя починят, не бзди. Он тебя уже чинит. Его тоже повредили, но вернешься обратно, тебе починят. Так, наш пришел большой. Во. Это я понимаю. Здесь есть, есть. Вы тюлени целые? Нифига не целые. Давай на ремонт. Defense grid upgrade
Complete. Security systems update. Complete. Эй, не бей его. Корабли очень долго строятся, по 2 минуты, что ли, писалось там. Еще давай такие же, мне понравились, прям очень крупные. Деньги есть. Мы сейчас пойдем разматывать вот этих вот козлов, которые нас оттуда в сектора, которые прилетают все время. Я думаю, с этими кораблями мы сможем. Но все равно прокачиваться дальше надо. Так, вот это. Research completed. Очень тяжелая Research ракета. Completed. Надо вот этот, наверное, сделать. Ракетчиков надо сделать. Ракетчики мы можем там на базе делать. Где они там? Вот это, да? Или нет? Это мелкий вообще. А вот он, да, все равно. Нет, короче, только в космосе их можно строить. Вот этот вот ракетчик. Сколько у него здоровья? 12 тысяч. У этого СО, давай, тоже нормально. Шесть штук и пойдем. Это, конечно, долго будет производство. Надо было еще один завод, но у нас энергии нет на еще один завод. Давай рискнем одним пока. Туда сходим. Ладно, это мелочь, она не нужна. Давай туда же. Они, по сути, уже бесполезны. Как поддержка, разве что, ну и то. Давай, 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 ребята. Ну-ка. Во. А куда ты собрался? А, там какая-то цель появилась. Спутник всего лишь. Да, ну он со спутника сразу, ох, и началось. Огонь. Да вот этого атакуйте, вот. Убейте ракетчиков. Пролетели мимо, отлично. Это плохо, что я их рассредоточил, они сейчас все пострадают. Давай, 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 давай. Блин, наш, по-моему, минусанулся, не уверен. На ремонт. Я вижу, там поврежденные есть. Так, что там у нас в той системе? Быстрее двигайся. Где он? А, во. Так, ребята. Все, хреначим все, что можем. Потому что это, которые хорошие были, да? Ну, уже поздно. Ё-моё. Что это у них? Airspace Defense. У меня они не работали ни хрена. Наш минусанулся, их не минусанулся. Ты будешь это атаковать? А он вроде атакует. Но то как-то неохотно. Бум, такой удар. Даже не успел раз выстрелить. Есть. Так, нет, не будем приближаться. Может быть, сгонять и отремонтироваться. Давай назад.
Ты клепаешь тут корабли или нет? Давайте все сюда. Мне надо уничтожить этот сектор, что-то, чтобы они больше ко мне не подходили. Выпускай. Мелочь. Пока будет мелочь тут. Так, давай сюда. Что у нас тут? Вы лечитесь? Вроде лечится. Все ли? Вроде даже все. Отлично. Давайте сюда. Не-не, вот сюда. Потом туда пойдем. Здесь надо тоже что-то производить, то, что можем. Так. Да иди в баню, блин. Ты мешаешь мне. Вот эти давай делай, которые можешь. Слушай, они поставлены на это, но он почему-то их не производит. Ты что не делаешь? Тебе что-то мешает? Да не может быть этого. Еще мелочь выпустим. Энергии у нас плюс один есть. Почему он не делает, я не понимаю. Что за хрень? А, металла нету. Понял. Понял, металла нет. Ну, мы потихоньку перерабатываем. Так, не надо на металл уже кого-то послать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Займись. Корабли расстреливают мои. А, ну туда полетели, но это, блин, мушки, они им вряд ли что-то сделают. Выпускай следующих мух. Нету? Ладно. У нас проблема с металлом. Надо большой один. Ты что добываешь? Деньги. С деньгами пока проблем нету. Давай металл. Вот с металлом есть проблема. Где металл? Вот металл, давай. У него все поврежденные, блин, их. Ну, его ремонтируют. Он как раз в зоне... Что-то там разбил их. Он еще не дошел. Ну, мелочь пока его отвлекает. Подгрызает его там потихонечку. Даже, смотри. Ну, давай я постреляю. Эй, блин, вот надо же переключиться как раз тот, который прямо в мордой корабль. Ладно, это не я его взорвал, но все равно. Ну, что-то помог. Так, сектор туда давай. Наши те вылетели, где они там? Да, твою мать. Сюда, на ремонт. Подожди, или я их там оставил, стой. Оу, их, походу, разбили там. Ёж, твою мать. Ладно, назад верни меня, пожалуйста. Блин, тут пока глаз да глаз. Стой, никуда не улетайте. Стойте здесь, блин, твою мать. У нас металла нету ни хрена. Закройся. Производство металла. Так, у меня на том заводе. Здесь я... Лучше, может быть, я здесь уберу исследовательскую лабораторию. Поставлю лучше металл. Кстати, здесь металл мало кто добывает. Вообще никто не добывает. А здесь его, кстати, и нету.
Блин. А здесь его и нет. Ладно, плевать, тогда поставь. А что ж, а смысл тогда? Семь металл поставили, здесь только это, да? И со астероидов других не... А, бляха. У нас вообще этой херни нету. Деньги, конечно, вещь хорошая. Давай. Вот это добывай. Это кто? Выпускай мелочь. Как ни странно, он вроде как не работает, но производит дрона все равно. Очень странно. Правда, и ночью их мало производит и медленно, возможно, но плевать. А, не, вон они остальные летают. Они уже с ним разобрались? Ладно. Что тут еще есть? Вот еще что-то летит. Еще кристаллы такие. Ну, кристаллы там у нас добываются. Деньги, вот эта хрень и вот это вот синее. Сколько у нас корабля? Здесь два. Надо построить такой вот один. Ближе. Еще один. Но этот металл не нужен. Кстати, у нас 8. Да-да-да-да-да-да, я забыл. Надо ставить вот этот вот, который переделает в железо. Это ж ты, да? Да. Так, ты уже сготовился, да? Давай. Сюда иди. У нас этой хрени нет вообще ни одной. Там есть специальный завод, который переделает и вот этот материал вот в это. А что это, я фиг его знает. Телевизионс какой-то. У нас тут целые вы все? Целые, да? Отлично. Сколько у нас еще две энергии есть в запасе? Плюсом. Делаешь? Делает. Отлично. Может, я тебя и могу включить? А сколько ты потребляешь, хрен его знает. Ладно, знаю, не буду пока включать. Выпускай клонов. Нету. Так, ну а теперь давай дальше. Переключ. А чё экономика? Мне не экономика надо. А, во. Не знаю, что ты... Ага. Так. Так. Подожди ты. Ракетчики, да, я хотел? Вот это, по-моему, ракетчики. Да-да-да, давай хотя бы пару штук. Ну как пару штук? 4. Ты делаешь? Да, пошел. Крафт. Отлично. Сейчас у нас появится новый материал этот. А на том, а на базе надо сделать эту хрень, которая будет переделать ее. О, наконец-то здесь начал что-то штамповать. Как у вас тут по здоровью? Все нормально? А, нет. Этому досталось. Давай я отремонтируйся. Надо, чтобы вы были целенькими. Они же такие маленькие по сравнению с этими огроменными. Ой-ой-ой, наука. На третий тег нет, конечно, база. Так, во, что это у нас тут? Research completed. Это у нас что-то с энергией. Это клоны, да? Клонинг. Клоник нам не особо-то надо. Что это? Продюсер пауз. О. Research как раз completed. Как раз энергия-то нам и нужна. Сколько ты делаешь теперь? Или это не ты? М
Не ты, наверное. Подожди, а может быть, надо применить это дело? Вот что можно еще применить. Большие ракеты. Короче, все применяй. Закрой. Что я хотел сделать? А, подожди, Вова. Нет, это не то. Не то. Торговый пост мне не нужен. Что делает технологический факт? Минус 10, ё-моё. У нас энергии здесь нет вообще. На самом деле. Что-то я не понял пока. Так, уже коридоры здесь строить больше не могу. Серьезно? Капец. Defense grid upgrade complete. Defense grid upgrade. Может быть, тебя надо построить? Security systems update complete. Может, это у нас же его вообще, что ли, нет? О, я серьезно, я не построил его? Блин. Он минус 3 берет, а у нас, блин, минус 1. И пошли в минус. Я не знаю, что он вообще делает. По-моему, он поглощает эту энергию. Так, ну мы в минус уходим, это плохо. Надо что-то отключить. Я знаю, вот тебя отключить надо. О, отлично. Так, есть, да? Ну и давайте, давайте, ребятки. Так, надо туда обратно идти. Что тут у нас? Во. Сюда. Что тут у вас по здоровью? Вот этот, у этого здоровья на ладан дышит. Давай назад. Если бы еще сами ремонтировались, мы бы вообще цены не было бы. Закрыть. Ох, прикольный движок. То есть в этой области он не может стрелять или наоборот, или нет? А давай попробуем его испытать одного. Посмотрим, насколько он далеко ракетами пуляет. Прыгнем и потом обратно свалим. Так-то так, ты там применил что-то? Да, вроде бы. Да тихо ты. Давай еще лабораторию, что можем еще? Не знаю, что это. Миссил. Давай. Research completed. А ты что это не открыл? Research completed. Так, давай, давай, применим сразу. Если есть что применять, а применять-то нечего. А все равно. Так, давай еще на исследование. Что тут у нас? Это дронинг, да, в смысле, а нет. Это что такое? Luxury Global Factory какой-то. Давай, открывай. Research completed. Все, кончились очки. Ты прыгнул уже туда? Ё-моё, я не следил за тобой. А вот он пошел. Ну, он человек вылетит, наверное, ему как дадут люлей сразу. Ну, покажите мне. О. Так как... Не то это. Во, где ты там? Я должен тебя управлять, и сам... Сам Defense grid upgrade. Не можешь. Security systems update complete. А ну вот, дай куда-нибудь он по этой... Во. Запускай ракеты. Не можешь? Какая дальность от твоего... Кстати, здесь никого нет. Вот этого фигач. Пуляй! О! Полетело что-то. Не знаю куда. Вот сюда, что ли? Серьезно?
в эту мелкую муху ты пустил ракеты. Еще и промазал, блядь. Ты вот сюда стреляй. Так, назад. Все туда. Не подлетай близко к нему. Ракеты сбивает, зараза. А где же наша защита против ракет? Или у нас нету? Ну ты справишься или как? А где он? А вот он. Ну почему у них заднего хода нету? Нормально. Стой. Остановись. Повернись. Не вижу ни хрена. Огонь. Куда ты, блядь, выстрелил? А, понял. Не знаю, попадем, не попадем. Блин, все равно попали. Давай, сваливай. Ребят, атакуем. Не спим. Все атакуем. А кто там уже разлетелся на куски? Наши, что ли? Ладно. Ой-ой-ой, а ты уходи. На лечение. Что-то ты какой-то вообще никакой. Ну, они как поддержки должны в стороне где-то стоять. Да чё ты, блядь, не уходишь? Они толкают его? Серьезно? Ой. Ой-ой-ой. А тут у нас никого нету. Твою мать. Ну тебя починит. Внезапно. Ладно, надо тут еще стать производить. Давай, давай, давайте. Вот туда. Туда. Так, надо сюда защитников парочку, потому что это не дело. Вот этот крупных две штуки сделай. А лучше четыре. В следующий сектор ныряем. Идем, расфигачим вот этот командный пункт, где он их. Вот он, центральную эту херню разфигачим. Я не всех захватил, да? Ты еще не прыгнул, блядь. Так. Вы идите туда, куда я вас послал. А он уже прыгнул, отлично. Ох, они медленные, ужас какой-то. Да что ты его в жопу толкаешь, смотри. Вот, они должны стоять издалека, расстреливать. Это тоже ушел. Ладно. Откуда ракеты летят? Ага. Вон откуда.
Ребятки, надо вот этих убрать. Вот этих вот убрать надо. А потом расфигачим город. О, ракеты пошли, да? Или вам вообще двигаться никуда не надо? Что здесь тогда? Ну, он очень далеко бьют ракетами. Вот этого. Мочкани. Это все сбивает, блин. Сейчас мы найдем тут шороху. Будет знать, как мой сектор прилетать. Они пока идут, они сейчас тут все расхреначат. Пока продвигаются, по всему стреляют. Они же не стреляют, еле-еле он. Но стреляют. Надо сначала эти убрать, потом все остальное. Где их электростанция? Надо электростанцию вырубить. Фига себе, мне, смотри, все сбивает практически. Дружок, тебе хана. Ты один остался. Так, где электростанция? Короче, фигачьте все, что видите. Так, ой-ой-ой, один уже повредился, здорово. Ой, вот этого мочканите. А что-то я его не видел. Так, лучше отходите на эту баню. Давай отходим, отходим, отходим. Ракетчики, работаем. Давайте ракетками стойте и пуляйте издалека. А мы вот будем прикрывать издалека. Но я не вижу, чтобы ракеты летели. А, еще они еще. Бляха, уходите. Блин. Ох вы медленные, идти твою мать. Вот этому этот не выживет. Бляха, муха, давай ты расхерачи его. Или не по наземным целям не могут стрелять? А, не стреляют, блин. Теперь вот этого. Но быстрее! Я сейчас все потеряю их. Давай назад! Блин, вот они. Не, ну тут мы же тут шороха тоже нормально навели внизу. Что это у них такое? Команд контрол. А, он тоже стреляет. Еще один минусанулся? Нет, это что-то на земле рвануло. Но эти уже вот-вот. Блять, вы не можете просто в сторону куда-то отлететь? Эти еще новые появились. Так, ребятки, вот этими займитесь. Не подходите близко. Да куда вы летите? Ну, блядь, остановитесь, твою мать! А, бля, какой-то кошмар.
Да не пихай ты его. Ты смотри, сбивает, падла. Смотри, все. О, он отражает и на нас летит. Серьезно? А, нет. Это какой-то пиздец. Что-то, посмотри, что делается, блядь. Дебилы. Стадо дебилов, блядь. Толкают друг друга и все. Вали давай нахрен отсюда. Развернись. Это трындец. Пока он жопу свою развернет. Смотри, они ракеты сбивают, скоты. Она вообще ни одна ракета не пошла. Давай, вот туда. Блять, не видно ни хрена из этого зеркала. Куда ты летишь? Вот ты молодец. Все, стойте здесь и стреляйте. Блять, он еще. Давай в турель фигачьте. Можете достать туда? Вот в одну турель бейте. Так, прыгнули, отлично. Давай назад. На ремонт. Вы туда. Что там у нас на дом? В доме. Я уже давно тут не был. Ты хоть что-то делаешь там? Я тебе заказывал что-то. Есть вот немножко. Давай в ту систему к нам. Вы тут целы или как? Или кто, или где? Не совсем. Музыка классная здесь, не тот факт. Давайте туда. Вас тут хватает. Одни туда, другие сюда. На ремонт. Вы же покоцаны, да? Да, здорово покоцанные. Ой, технологии, технологии. Research completed. О, тех-трест скрылся. Чё, это еще крупный корабль? Давай! Research completed. Это не знаю, что. Research completed. Пофиг. Изучаем все. У нас ладно, пятерочку подождем. Так, давай. Сейчас применим что-нибудь. Во. Более крупный корабль. Вот он, Титан. Ух, ё, сколько у него? 80 тысяч. Давайте мне... 4. А лучше 6. Зачем, что у него за характеристики там? Не-не-не, не туда полез. Вы туда? Вы тоже туда же? Ты отремонтился? А вот и нет. А что ты не ремонтируешься? А, его все еще ремонтируют, понял. Да, это тут мне, конечно, нравится. Это каша ихняя. Ты тоже здесь стой, никуда не уходи. Тебе еще нет, не отремонтировали. Вы там что, целые как? Ага, целые. Сюда идите. Выпускайте солдат.
Пускай они там тоже немножко шорохано ведут под землей. Блин, их сбивает, что ли? От елки-палки. Ах, бляха. Ну тут здорово, смотрю. Оборону устроили свою. Сбивать. Да, они все сбивают. Вообще ничего не долетает. Вот эту хрень надо было уничтожить. Серьезно, прям вообще ни одна ракета не долетает. Зато вот по нам уже начали фигачить. Но они начали двигаться. Стоп. Стоп. Выпустить солдатиков. Давайте, давайте, давайте. Сюда, сюда все. А что там? Во что там стреляете? Это враг, что ли? Серьезно? Классно. Бум-бах. Друг друга. Все дружненько на него, на одного. Но он не выживет. Ты тоже уходи. Если доживешь, отлично. Дожил. Так, ты тоже сильно поврежден, уходи. Блять, все повреждены. Пришли, ушли. Отступайте. Ну, здесь хотя бы станьте, чтобы... Вот так вот. Они слишком большие, слишком большие. Друг друга сбивают. Бьют друг друга, блин, капец какой-то. Вы там уходите или как? Это враги. Мою мать, это враги. Ракетчики, давайте. Займитесь. Да какой ты... Блядь, почему ты не наводишься на врага? Во, стой там, никуда иди. Да ёбаный ты... Ёбаные тюлени, они туда нырнули. У нас как раз все повреждены тут. Давайте его. Во. Отлично. На ремонт. Где-то сюда. Так, ты там здесь делаешь что-нибудь, алё? Почему ты их не можешь делать? А что надо? Вот эта хрень. У нас этого вообще нету. Отмена. Давай вот эти делай. На 40 тысяч, которые... Что у нас дом дома? Я уже давно там не был. Ой-ой-ой. Все нормально. Давайте сюда. Во. Тут уже появились. Не запилились. Собирает уже силы.
Ой. А, показалось, что он поломанный. Какие они все медленные. Просто ужас. Так, эти на ремонт идут. Те там прыгают на помощь. Где ракетчики? Ракетчиков я послал, чтобы они ремонтировались или что? Вот сюда идите, ракетчики эти. Где они там, те ракетчики? Блин, яркое такое, по глазам бьет. Вот он. Сюда иди. Это когда ты успел уже повредиться? Ну ты посмотри, блядь, только прилетел уже покоцанный. Иди нафиг отсюда. А ты сюда иди. Да ты, блин, откуда вы с этого уже сектора на нас нападают? Надо базу их не разбить, это не дело. Потому что это никогда не закончится. Сюда иди. Так, что у нас там по исследованиям? Тяжелые ракеты, вот броня. Отлично, пошли на броню, накинем. Здесь нет на броню. На броню нет нифига. Вот это улучшай. На перехват. Мочить их. Собаки стреляют по нам и все. Издалека. Так, они тоже, что ли, их атакуют? Или нет? А, да? Так и смысл, подожди. Не трогай. Пускай их сначала размотают эти, а мы потом добьем. Может, наша ракета будет пролетать куда-то? Ладно, давай уже. Пока они отвлеклись на низ. Пока они на них отвлеклись, давайте, давайте, работайте. Так, надо туда нырнуть. Ведь ни, ни хрена не успеваю. Так, вы туда. А вы сюда. Так, ну что ж, на этом заканчивается серия. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.